Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Абонент доступен» вернулась в эфир. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня актриса, народная артистка России Лия Хиджакова. Лия Меджидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Те, кто слушает нас за рубежом, могут до нас дозвониться с помощью кода +371, так что присоединяйтесь. Ну вот помимо многочисленных ролей в театре и кино, невероятно разноплановых ролей, которые вы сыграли, вы также озвучили немало мультфильмов. И вот один из которых — это мультфильм под названием «Кудрявый ежик». Это такая серия мультфильмов по 8 минут и... А первая серия называется «Ёжик должен быть колючим». Такое вопросительное название. Я уже не помню этого. Уже столько... Ну, там, я напомню вам, Лия Меджидовна, да. Там история ёжика, который родился в семье колючих ежей, родился кудрявым. Не помню. Вот он, очень давно было. Как бы вы ответили на этот вопрос? Должен ли ёжик должен ли ёжик быть колючим, на ваш взгляд? Ну, какой есть. Нас надо принимать такими, как мы есть. А может ли общество принять нас такими, какие мы есть? Здоровое общество должно принимать нас такими, как мы есть. Ну вот там есть такая сцена, на мой взгляд, она очень сильная и трогательная, как мне кажется, когда ворона пытается напугать этого ежика, чтобы он все-таки с перепугу у него появились эти колючки. И колючки эти не появляются у него в итоге, и ваш голос озвучивает как раз маму этого ежика. И она говорит, что мы все равно любим его таким, какой он есть. Вот это ощущение такого родительского всепрощения. Если, знаете, например, смотришь когда на картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», вот это ощущение тоже возникает. Вот если говорить в целом об обществе, насколько мы готовы прощать несовершенство, может быть, других? Не знаю. Я на эту тему никогда не думала, а ёжика забыла. У меня столько ёжиков в жизни было, что если я все это буду помнить, помнишь какие-то вещи, которые, ну, такие судьбоносные, которые оставили какой-то на сердце или рубец, или наоборот какое-то счастливое воспоминание, то ёжика вообще не помню. А что делать с обществом, я как-то на это не задумывалась, на эти темы. Я не знаю, нужны иголки, да, наверное, нужны. Ну вот, а это ощущение такое непохожести на других, может быть, некоторой отстраненности, вот несмотря на то, что вы человек известный, вот вам это ощущение кудрявого ежика, оно свойственно? Я не помню этого кудрявого ежика, поэтому я боюсь сейчас ошибиться в интонации и в каком-то диагнозе. Мне трудно это сказать. Но, может, это красиво, кудрявый ежик, не знаю. Но не помню я этого. Это так давно было, что... А этих ежиков вы не представляете, сколько было в жизни. Но актерская профессия, она, на ваш взгляд, позволяет понять человека, позволяет понять общество? То есть те роли, которые вы играли, те жизни, которые вы проживали, вот они что дают? Как человеку все-таки. Да нет, вы понимаете, есть, я не способна на такие философские темы говорить, но есть спектакли, фильмы, книги, которые несут те смыслы, которые рождают какие-то новые смыслы в обществе, а есть те, которые просто развлечения, а есть те, которые режиссеры берут как классику и ставят как классику, а есть режиссеры, которые из любой классики, поскольку она вечна, вынимают те смыслы, которые сейчас болят у нашего общества, у людей и вообще во всем мире. Есть, и это зависит от режиссера, от
читателя, от автора, насколько он сам заражен вот этой болью. А диктовать что-то я не в состоянии. А нонконформистов вы сегодня в современном обществе можете назвать героями нашего времени? Нет, не могу. Не знаю, что это такое. И я как-то людей не делю на нонконформистов и остальных. У нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, да, Лариса. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела ей сказать большое спасибо за все ее роли. Отчество не знаю, но мы тут в Латвии без отчества. Очень хорошая роль, очень много я вас помню. И вот на меня впечатление еще произвела ваша роль, где вы играли с петушком. И вот когда петушок стоит на пороге, вы его встречаете, вы знаете, это что-то такая любовь необыкновенная. А вообще я вам желаю, долго живите и много играйте. Спасибо. Да, спасибо, спасибо вам. Петуха тоже не очень помню, но примерно понимаю, о чем речь. Ну, вот вы играете в спектакле «Крутой маршрут» по произведению Евгении Гинзбург. И вы в одном из интервью сказали, что это произведение, во-первых, невероятное количество людей пришло, да, и приходит. Это произведение актуально и сейчас. Почему, как вы думаете? Безусловно. Ну, я думаю, что у этой книги очень долгая жизнь, и у этого спектакля долгая жизнь, потому что, к сожалению, тюрьмы и вот это и инакомыслие является на сегодняшний день, надо сказать, во всем земном шаре, и в том числе в России, очень важным таким явлением, которое наказуемо. И тюрьмы, это сейчас тоже вдруг эта тема так вспыхнула, потому что мы узнали о пытках в тюрьмах, были сделаны видео, которые попали и на экраны телевидения, и которые попали в средства массовой информации, а делались они совершенно для другого. Это видео, как наказывают неугодных в тюрьме и как учат в тюрьме подчиняться хозяину, подчиняться, извините за это слово, вертухаю, подчиняться начальству. Пытки были сделаны совсем для другого, чтобы человека перевести в более унизительный ряд заключенных, и чтобы у него началась совершенно другая жизнь, как у человека, на котором огромное клеймо стоит. Это страшная история, которая, слава богу, попала в средства массовой информации. И сейчас этот спектакль «Крутой маршрут», он опять стал невероятно актуальным. Невероятно. И вот то, что Лозница делал, потрясающий фильм о тюрьме как образующем предприятии в маленьком городке. Он назывался этот фильм «Кроткая». Я чуть-чуть в нем поучаствовала и считаю этот фильм очень значительным. Но у нас почему-то в России его или не показывают, или где-то он промелькнул и исчез. Вот как раз... А «Крутой маршрут» шел, идет и будет очень долго идти, пока существует это страшное явление пытки в тюрьмах. Интересно, что Евгения Гинзбург в своей книге, она вот показывает как раз эволюцию взглядов, эволюцию мыслей, потому что она как раз описывает, что она была коммунисткой, убежденной коммунисткой, потом попала в заключение, и там уже далее начинается вот этот этап осмысления, разочарования, хотя не все люди это приняли, и некоторые думали, что партия просто ошиблась, что Сталин ошибся, что они оказались случайно и так далее и тому подобное, и некоторые умирали даже не поняв и не приняв эту мысль, что с ними поступили несправедливо. Вот на ваш взгляд, как сейчас происходит осмысление каких-то таких процессов? Тоже ошибка, тоже я случайно попал в эти жернова и так далее? Не знаю, сейчас опять на повестке дня влюбленность и сталинизм как бы
в головах очень многих людей превращается в мечту о будущем. На ваш взгляд, почему это происходит? Урок не могу усвоен. Сказать. Не знаю. Это нужно у политиков спрашивать и у тех людей, которые работают над этим вопросом. Это их профессия. Я подозреваю, что это происходит, потому что, ну, может быть, я даже и не права, но, может быть, нужна была иллюстрация и нужно было более подробно вклиниваться в эту тему. И то, что сейчас там у нас в Петрозаводске под судом человек, который жизнь посвятил этой теме, он находил могилы расстрелянных людей ни за что, ни просто, без суда и следствия. Во время большого террора он восстанавливал их имена, он проделал какую-то гигантскую, нечеловеческую работу и этому жизнь отдал. И как у нас принято, ну, правозащитники и люди, которые работают в мемориале, либо вот у нас Аюб Титиев был наркоманом, а Юрий Алексеевич Дмитриев, вы видите, у нас педофил. Вот так вот. Что для вас сегодня значит быть свободным человеком? Ой, вы мне такие вопросы задаете. Слушайте, это вам надо пойти на философский факультет. Я не знаю, я свободна. Вы чувствуете себя свободной сегодня? В России? До какой-то степени да, потому что, как бы вам сказать, до какой-то степени, но... Ну, да, не до конца. Ну, а где эти рамки заканчиваются? Или ограничения какие-то свободы? Ну, они заканчиваются там, где есть новый закон об оскорблении власти, об оскорблении верующих. И вот эти всякие законы о наказании за митинги, не разрешенные. То есть те законы, которые за это время наша Дума, значит, наработала, чтобы, как они называются, карательные. Вот там кончается свобода, потому что в эту тюрьму совсем не хочется. И не хочется, ну, я страдаю по другой части. Меня интернетом наказывают, создают твиты. Вот я сейчас говорю, уже завтра твит появится, где от моего имени будет такое написано. Создан сайт, не буду его рекламировать, в котором просто буквально издеваются надо мной и пишут тексты от моего имени. Ну, по глупости, по мерзости, ну, просто... Это просто какой-то высокий класс оскорбления. Ну, вы в одном из интервью говорили, что ваш адвокат помогает вам справиться с такими интернет-историями. Ну, помогает, но до какой-то степени нужно в суд подавать. А подать в суд – это, во-первых, огромные деньги. Не обязательно выиграешь этот суд, что мне вам говорить. Вот суд – это тоже маленькая несвобода. И самое главное, что это будет огромное шоу в средствах массовой информации. Появятся опять новые твиты. И я с таким трудом... Мой адвокат борется с этими твитами, где я несу такую чушь, такую глупость, которую, ну, казалось бы, можно понять, что это нормальный человек такой не может, но есть люди, которые этому верят. Насколько трудно сегодня говорить правду в России? Вот если... очень... да. Я думаю, что очень, смотря какая правда, есть та правда, которую нетрудно сформулировать и нетрудно говорить ее, и это ненаказуемо, но есть какие-то вещи, которые просто ну, очень сильно наказуемы. Но мы же знаем, тут вот за блоги какие-то люди, за какое-то высказывание в интернете уже в тюрьме.
Можно попасть так, как новое величие, понимаете? Люди попались на провокатора. Провокатор на свободе, а ребята в тюрьме, и опять имеет место пытки. То есть для этого нужно определенное мужество, чтобы сказать эту правду. Вот мы с вами вначале... Нужно мозги, чтобы не попасть на провокатор. Ну, кстати, Константин Райкин, который был также гостем нашей программы, он говорил о том, что иногда молчать – это преступление. И так легко попасть в палачи, просто промолчав. Согласитесь с этим? Нет, но это у Галича промолчать. Да. Он цитировал, да. Да, да, да. Очень просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. У нас звонок. Поэтому молчание – это... тоже не свобода страшная и преступление. Звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Ольга Ушакова. Да, давайте. Вот страстная поклонница Лии Ахеджаковой, ее таланта. Обожаю вас, Лия, как актрису. Ваши роли – это подарок для нас, ваших поклонников. Но что касается вашей политической деятельности, я просто закрываю глаза, затыкаю уши. И говорю, Лилечку использовали, и очень нехорошо. И дай вам Бог здоровья, забудьте вы об этой политике. И держитесь, и никогда ваши роли не окажутся вне времени. Всегда будут видимы с вашими ролями, с вами, Лилия, всегда будут жить и будут почитаемы. Забудьте вы об этой проклятой политике. Спасибо. Спасибо. Ну, вот такая точка зрения. Да, может, готовы как-то прокомментировать то, что сказал наш радиослушатель? Я могу сказать, это позиция... Давно мне известно, сиди тихо и не тявкай. Молчи. Но когда публичная личность, от этого избавиться нельзя. Меня спрашивают, ко мне обращаются. И говорить «нет, я буду молчать», мне кажется, что это подло. Тем более, что уши слышат, глаза видят и... И полное понимание. Я получаю новую газету, понимаете, моя любимая газета. И когда я узнаю о каких-то вещах, и у меня есть возможность подписать, сказать свое слово в чью-то защиту, я считаю, что это важнее моей актерской профессии. Гораздо важнее. Может, мой голос куда-то... дойдет, может, мы вместе с Люсей Улицкой, может, мы вместе с Андреем Макаревичем, может, мы вместе с Костей Райкиным, может, мы все вместе можем закричать и кого-то спасти от беды, от провокации, от тюрьмы. Нам сейчас... Я думаю, что это важнее, чем та профессия, которой я, как мне кажется, владею, как вот ваш слушатель сказала, считает, что я владею этой профессией. Но ею невозможно владеть. Нельзя в некоторых ролях выходить на сцену, нельзя на экран, если у тебя сердце не болит за других людей, за детей, которые за провокатора сидят второй год в тюрьме. Невозможно. Ты тогда не актер, а ты пешка. Ты клоун, и не более того. Ты зарабатываешь деньги, ты скоморох. Но это тоже очень красиво, быть скоморохом. Но скоморох тоже должен понимать, что смешно, что страшно. Нам сейчас нужно будет прерваться буквально на несколько минут на новости и рекламу. Потом мы вернемся и продолжим. Актриса Лия Ахеджакова с нами сегодня на прямой связи. И вы оставайтесь с нами, будем принимать ваши звонки во второй части. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу с нами сегодня актриса и народная артистка России Лия Ахеджакова. Лия Меджидовна, еще раз здравствуйте. Здрасте. Да, слышим вас. Теперь 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Также звоните и подключайтесь к нашему эфиру, ну и пишите в Фейсбуке, в том числе к нам приходят вопросы. Да, много вопросов, и вот Ружена задает вам вопрос, есть ли жизнь после Рязанова, так она сформулировала свой вопрос, учитывая, что вы во многих фильмах у Эльдара Александровича снялись. Ну, я такой вопрос даже не знаю, как ответить на него.
Что значит «Есть ли жизнь после Рязанова»? Я очень люблю Ильдара Санча, и память о нем для меня абсолютно такая... Видите, сразу слезы пошли. Но... А как же? А как же? Я очень много сделала. Во-первых, благодаря Ильдару Санчу, что он меня вывел в какие-то артисты, которых замечают и которых заметили. Из девочки, которую он взял из ТЮЗа, которую вообще никто не знал, кроме детей, которые посещали тюзовские спектакли. Благодаря ему я попала в чудный театр «Современник» и сыграла там очень много. Благодаря точно... тому, что я сыграла у Ильдара Санча. Я сыграла у замечательных режиссеров за свою жизнь. Я познакомилась с Сережей Лозницей. Я сыграла чудные спектакли у потрясающего, одного из лучших на сегодняшний день театральных режиссеров, у Андрея Могучего, спектакль «Цирк Амбуланте». И сейчас он выпускает спектакль, на мой взгляд, я пока сидела, у меня там небольшая роль, но очень такая важная какая-то для этого спектакля, который называется «Сказка о последнем ангеле». По чудным рассказам Рома Михайлов, такой какой-то очень крупный математик, который между делом еще и пишет рассказы, потрясающие совершенно. Но главное тут, конечно, Могучий. Я наблюдаю этот спектакль, как он делается в Театре нации. Я просто, вот для меня это такой триумф театральности и театра будущего, театра вот этого века, но, может быть, и следующих лет. И мне достался монолог из творчества таких замечательных режиссеров, которые кончили в ГИК когда-то, Луцик и Саморядов. У них были свои фильмы, и наше поколение их помнит, но у них есть еще тексты совершенно потрясающие. Вот мне доверили один такой текст про последнего ангела, это мне ужасно дорого. И то, что... да? Вы что-то хотели сказать? Нет, я слушаем вас, Лебедь, мы слушаем, да. Да, и вот то, что это продолжает быть в моей жизни, и театр, и у Галины Борисовны, я у своего режиссера, с которой у меня есть несколько спектаклей страшно мне дорогих уже последних лет, и в том числе «Игра в джин», которую я играю с такими великими артистами, играла с Валентином Щемгафтом вдвоем, и вдвоем сейчас с Василием Ивановичем Бочкарёвым. То есть пока жизнь есть, а что, вы думаете, что я уже, как бы меня нет в кинематографе, и я как бы умерла в глазах зрителей? Может и так, не знаю. Может ли, на ваш взгляд, артист жить без тщеславия, без какого-то... Или есть, может быть, тонкая грань между тщеславием как раз и честолюбием, которое свойственно артисту? Вот я недавно узнала, что это есть премьерство, есть у адвокатов, которые занимаются очень такими мощными знаковыми делами. У артистов тоже есть и премьерство, и тщеславие, и желание быть на слуху. Но меня эта тема, честно говоря, и вопрос этот не волнует. Это честно скажу. Мне отвечать-то на это неинтересно. Ну, Слава, а когда-то вам пришлось приходить испытания медными трубами, или для вас это достаточно так легко прошло? Испытания славой, когда вы снялись в фильмах у Эльдара Александровича и вообще стали всенародно известным человеком. Легко ли пережить медные трубы? С одной стороны, мне неприятен этот разговор. У меня совершенно это не волнует.
С другой стороны, ну, конечно, если актер выходит на какую-то высокую планку и сыграл какую-то роль, которая замечена, которую запомнят, и которая и в его судьбе будет какой-то... это будет такое знаковое появление в мировом театре или в мировом кинематографе, или хотя бы у себя на родине, это тоже очень дорого. Вот вопрос от нашего радиослушателя Николая по WhatsApp. Вы жалеете о распаде СССР? Вот я нет. Когда вы поняли? Потому что я знаю, что есть много людей, которые скорбят по этому поводу. Когда вы поняли, что из себя представляет СССР? Это понимание пришло сразу или постепенно приходило? Вот как у вас этот процесс? Нет. Я приехала в Москву абсолютно темным человеком, который ни на какие темы, я даже не знала о том, что были лагеря, где расстреливали людей, я не знала ничего о большом терроре. И так как мне не дали общежитие в первом институте, куда я по глупости влезла, поступила, потом ушла оттуда, я жила, мне предоставила комнату подруга моих родителей, актриса, бывшая звезда московской опереты, которая по доносу попала на многие-многие годы в концлагеря. И вот тут из этой, в этой комнатке, которую мне дали, чтобы там жить, бесплатно, просто поделились со мной. А это была огромная коммуналка. А попала в эту тюрьму эта актриса благодаря доносу соседей, которые завладели ее жилплощадью. И вот я только тогда стала узнавать, что это было. И постепенно, постепенно, я просто не ожидала, что мое прекрасное детство было в окружении вот этого, когда людей хватали, когда людей расстреливали, когда люди оказывались поджигателями Кремля, японскими шпионами. Я этого ничего не знала, это все выяснилось в Москве, когда я приехала сюда учиться. Ну, если говорить о сегодняшнем дне, мы уже упомянули произведение Евгении Гинзбург, которое, как вы сказали, актуально и сегодня, и очень остро актуально. Вот говоря о свободе, если вспомнить «Колымские рассказы» Шаламова, там есть довольно такая страшная фраза, как мне кажется, я процитирую сейчас: «К честному труду призывают подлецы, которые заставляют работать живые скелеты». Вот насколько это частая история, когда нас морали учат те, кто сам от нее далек? Да, в вашем вопросе есть ответ. Да. Вам приходится сталкиваться с этим сегодня? Я сейчас не могу вспомнить, меня мало кто морали учил в жизни, и мало кто надругался над моими какими-то идеалами, которых я в хороших книгах набралась и у хороших людей, и в той среде, в которую я попала, приехав в Москву, совершенно замечательный дом Ардовых, Виктора Ефимовича Ардова, и где бывала и Ахматова, и где бывала Фаина Иосифовна Раневская. В общем, там была такая среда, которую хочешь, не хочешь, но она пропитывает твое тело, твои мозги, и ты становишься постепенно, не замечая, другим человеком. И сам Виктор Ефимович Ардов, это было такое невероятное явление, я не могу его тоже забыть. Ахматова писала «Реквием», и в начале там как раз она описывает сцену, когда женщина спросила у нее в очереди, когда они стояли к врагам народа, сможете ли вы это описать, она сказала: смогу. «Реквием» она читала, потом прятала, а потом «Реквием» исполнила Елена Камбурова. А вот на ваш взгляд, почему даже сегодня стихи Ахматовой «Реквием», рассказы Шаламова, произведения Солженицына, они многими отвергаются, они многими не принимаются. И вот эта история, часто приходится слышать о том, что это все клевета, они все это придумали и так далее и тому подобное. Вот на ваш взгляд, ну, это что? Я не хочу думать о тех, видимо, недалеких людях, которые не дают себе труда почитать, узнать. Очевидно, у них другая среда. Ну что я буду с ними спорить, бесполезно.
Но для вас важно донести. Но я лично помню, как мы все тогда переписывали «Реквием» Ахматовой. Тогда в доме бывал Бродский, Иосиф Бродский, и он приходил к Ахматовой, и как-то в доме это имя очень... И тогда был суд над судья Савельева его судили. Мы все переписывали это все. У меня до сих пор сохранилась тетрадочка, где от руки я переписала «Реквием» Ахматовой. Куда попал? Там и растешь. Это вот зависит от того, вот куда это дерево посадили, в плодородную почву или в ту почву, где гниют корни и дерево лысеет. На ваш взгляд, вот это сопротивление творческой интеллигенции, которая существовала в советское время, вы упомянули и Бродского, и Ахматову, которые писали свои произведения. Бродского действительно судили в 64-м году за тунеядство, и знаменитая фраза «Вы... поэт, вы где-то этому учились, я думал, это от Бога», стало уже тоже классической. На ваш взгляд, сегодня деятели культуры, они способны на те поступки, которые совершали Платонов, Ахматова, Бродский, Солженицын, Шаламов и те, кто выросли? Ну, так же, как и тогда, понимаете, был Шаламов, а были совершенно другие писатели, которые занимались своей безопасностью и своим благосостоянием. Так же и сейчас есть люди, которые говорят: нет, я это не лезу, в это упадет. Спасибо, пойди, я тебя прошу, детонька, пойди, там благотворительный вечер собирают людей, людям, которые в тюрьмах сидят ни за что, ни просто, на адвокатов, пойди в центр Сахарова, спой, ой, Лея Меджидовна, я в эти дела не лезу, у меня съемка. И сейчас они есть, а есть те, которые не боятся, которые не считают возможным уклониться от этого. Ну, вот говорят... Они есть, их очень много. Я знаю очень много людей в моей актерской среде, для которых вообще вопрос не стоит сказать, как оно есть, и не бояться этого, и на чью сторону встать. И если тебе предоставится возможность, то и подпись свою поставить, не бояться, и среди молодых тоже. Ну, вот давай... как в любом обществе, как у инженеров, как у писателей, как у композиторов, ну, все так же. Но если о компромиссах, вот вспоминается знаменитая французская комедия «Игрушка», и там есть такой диалог президента компании с подчиненным. Просто. Президент компании говорит подчиненному раздеться, и тот раздевается, потому что, ну, боится, опять же, не последовать рекомендации своего начальства. И тогда президент спрашивает у него: кто из нас больше монстр, я, приказавший тебе раздеться, или ты, готовый раздеться из-за собственной выгоды? Вот если говорить о мере ответственности, вот кто, на ваш взгляд, ее больше несет, тот, кто приказывает, или тот, кто исполняет приказы? Трудно сказать. Потому что есть ситуации, когда не исполнить приказ – это похерить всю свою жизнь. Потом там есть еще семья, есть дети. И потом приказ может быть от властной фигуры, а может быть просто от бандита. И не знаешь, как себя поведешь, когда начнется пожар. Вот надо попасть в пожар, тогда мы узнаем, чего ты стоишь и что ты можешь, чего тебя ждать. Это тоже ситуация, в которую, когда попадешь, там и выяснится. Потому что есть страшные ситуации, когда неисполнение приказа – это равносильно смерти. Песня Высоцкого «Тот, который не стрелял» актуальна сегодня, на ваш взгляд? Да. Да, очень многие песни Высоцкого оказались актуальны сегодня. То есть можно ли говорить о том, что в каком-то смысле мы вернулись в Советский Союз, потому что те произведения, которые были написаны в период советской власти, ну, многие произведения, они актуальны и сегодня? Безусловно.
Безусловно, очевидно. Я так думаю, что и «Крутой маршрут», и все, что написано о концлагерях, там много книг замечательных. И эти книги, и эти песни, и крик этот «Мы ждем перемен» снова актуальны, потому что где-то мы стали двигаться назад, туда. И то, что этот Дмитриев Юрий Алексеевич, на которого придуманное страшное дело о педофилии, страшное, подлое, невероятное, ну, идентичное тому, что делалось тогда, во время большого террора. Он на себе испытал, что такое террор. Это говорит о том, что и то, что сейчас это историческое общество пытается доказать, что в этом проклятом Сандармохе, где он искал косточки тех, кто был расстрелян во время большого террора, что это финны стреляли наших солдатиков во время финской войны. Но уже премьер-министр Финляндии сказал, что там мы не были. Это ваши люди, расстрелянные вами. И Катынь тоже. Вот какие-то всплывают вещи, которые, ну, говорят о том, что мы немножечко движемся туда. Ну вот вы упомянули песню Виктора Цоя, и все люди, как правило, ну, большинство воспринимает эту песню «Мы ждем перемен» как перемен от общества, то есть перемен от государства, что нам что-то дадут. Но ведь там сквозная мысль такая идет в этой песне, что все начинается с нас в первую очередь. Насколько, на ваш взгляд, все-таки общество может это осознать, каждый человек? Вот насколько может понять этот смысл, настоящий смысл? Понимаете, общество слишком разнородно. Общество слишком разный опыт у людей и разный интеллект. И есть люди, которым это важно, что там судят правозащитника, главу мемориала этого Петрозаводского. Одним это важно, а другие хотят доказать, что... Ну, правильно, что его судят. Причем здесь то, что он занимался судьбами расстрелянных людей во время большого террора. Важно, что он педофил. Понимаете? Это нежелание думать, нежелание этим... Ну, вот как эта женщина замечательно сказала, да играй себе... Лея Меджидовна Хиджакова, не лезь ни во что. Играй себе тихонечко, и все. Это хорошая позиция, понимаете, сиди тихо, не лезь ни во что. И самое главное, верните нам Советский Союз, и все тут. Еще звонок. И товарищ Сталин был очень хороший, как это называется? Эффективный менеджер. А? Замечательный менеджер. Замечательно, мало чего пострелял, так им и надо. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Очень коротко попросим задать вопрос. Здравствуйте, Валерий. Да, Валерий, давайте. Я рабочий человек, и 90-е пережил, как все 80% как минимум людей, жестко. Я думаю, Хижакова тоже в это время не очень балдела. Перемены хороши, да, наверное, но только все, что призывали, понимаете, начинает жизнь налаживаться при Ельцине, при остальных людях, Горбачёве, это было страшно, что они породили. Задавайте дети вопрос, а то у нас очень мало времени, к сожалению. Вопрос такой, нужно ли баламутить вот это все, понимаете, чтобы опять начать перемены, чтобы опять поколение целое ушло в задницу. Да, спасибо, ну такой эмоциональный вопрос от радиослушателей. Но главное, чтобы не сидеть в заднице, мне кажется, вот это важнее. Ну что ж, на этом... Ну, я... Да. Я не очень сильна в вопросах политики, я не политолог. Но мое место быть порядочным человеком,
и постараться не быть на той стороне, где унижают, где отбирают, где люди делаются бедными. И почему так происходит? Почему здесь богатство, а там дикая нищета? Что это такое? Почему пытаются... Ну, чисто человеческие простые вещи меня волнуют. Я не политолог, это точно. Но сидеть в заднице я не желаю своей стране. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Оттуда надо выползать. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Актриса Лия Хиджакова была с нами на прямой связи. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания.